открывается, мне все забывается, снеговик давно мой растаял. Если хочется жить, тогда не надо грустить о том, чего не бывает. Пой, пой песню, мой герой. Прибывает, и пепел тает над рекой, а мы с тобой идем как в бой. Кто же знает, бывает, что за золотой чертой большой любви такой. Пой песню, пой, мой герой. Теперь увидел и я, у каждого боль своя, а я хочу быть веселым. Как только запись включу, уже тогда не грущу о том, чего не нашел я. Пой, пой песню, мой герой. Пепел дает над рекой, а мы с тобой идем как бой. Кто же знает, бывает, что за золотой чертой большой любви такой. Пой песню, пой, мой герой. Ты поешь для того, чтобы не было никого, кто был бы без тебя одиноким. Твоя песня плывет, и мое сердце ведет туда, где я буду высоким. Пой, пой песню, мой герой. Прибывает, и пепел тает над рекой, а мы с тобой идем как бой. Кто же знает, бывает, что за золотой чертой большой любви такой. Пой песню, пой, мой герой. Теперь увидел и я, есть то, чего не отнять у нас и не опровергнуть. Весь твой космос внутри, его ты можешь дарить, а он никогда не померкнет. Пой, пой песню, мой герой. Пепел тает над рекой, а мы с тобой идем как бой. Кто же знает, бывает, что за золотой чертой большой любви такой. Пой песню, пой, мой герой. Мой герой. Мой герой, воу-воу-воу. Мой герой, воу-воу. Мой герой, воу-воу-воу. Мой герой. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «На самом телекомпании Тонус». С вами, как всегда, ее ведущий Владимир Селиверстов. Сегодня у нас в гостях Ольга и Иван Герантьевы. Вот. На самом деле я начал с Ольги, потому что я с ней как-то познакомился, по-моему, в прошлом году в Пушкино на одном из фестивалей. Я просто услышал ее на сцене и потом подошел, познакомился и вот пригласил на передачу, и прошло некоторое время, и наконец у нас срослось. На самом деле я вот практически ничего не знаю о ребятах, вот, поэтому хочу вас попросить. Расскажите о себе буквально в двух словах. Ну, нас зовут Ольга Иван Геранчева, мы брат с сестрой. Сразу скажу, чтобы отнести все вопросы, это, в общем, первый вопрос, который нам задают. Мы родились в городе Саратове, и со временем
в разные периоды переехали сюда, в Москву. Сначала переехала Ваня, он долгое время уже здесь жил. Я работаю в кино, в театре, как бы занимаюсь звуком, там, сведением, аранжировками. То есть я, в принципе, этим занимаюсь, да. Ну, поем. Мы пишем, исполняем свои авторские песни, сочиняем сами музыку и стихи. В основном, если исполняю песню я, то мое авторство, если исполняет Ваня, то Ванина. Но у нас в планах написать как можно больше совместных песен. Но они все совместные, потому что цельный образ рождается после того, как мы только пообщаемся, повзаимодействуем, попридумываем все эти песни. Но так у нас все не очень много совместных пока песен, парочка есть в основном. Вот такого у нас разделения труда. Ну, потому что есть женские песни, есть мужские, как бы тут... Ну да, то есть совместно, если совместно, то, соответственно, допустим, Ванина музыка, мои слова. Вот так вот, больше вероятно. Хорошо, поем, да. Да? Да. Так. Чем там решили? А мы можем предисловие говорить всякие, да? Да, конечно.
предисловие можно, послесловие можно говорить. Не споем сейчас. Что-то подстроимся маленечко. Знаете, обычно музыкантам такие песни редко приходят на ум. Вот я серьезно говорю. Почему-то всегда хочется что-то такое спеть. Вот, но... Рьяная, да. Вот. А это очень солнечная песня, одна из наших таких любимых. Вот мы с таким удовольствием поем и делимся всегда солнцем, которое в этой песне. Называется она «Вместе». Как моряк океан, ты ветрами вокруг и волной в лицо, и тебя не застать на одной широте, но скользить по воде можно вместе. Разгоняя простор, развернуть паруса, горизонтом войти в области глобуса. Ты уйдешь на восход, я уйду на закат, но на той стороне будем вместе. На вершине компаса, где сияние полюса, и планета вертится, а с ней ты и я. Это точка отсчета, где рождается мечта, и такая высота летит планета. На вершине компаса, где сияние полюса, и планета вертится, а с ней ты и я. Это точка отсчета, где рождается мечта, и такая высота летит планета. Через тысячи лет далеко-далеко мы расплещемся где-то, как межзвездное молоко. Я узнаю тебя из всех галактик одну, и мы будем скользить снова вместе. И мы будем скользить. На вершине компаса, где сияние полюса, и планета вертится, а с ней ты и я. Это точка отсчета, где рождается мечта, и такая высота летит планета. На вершине компаса, где сияние полюса, и планета вертится, а с ней ты и я. Это точка отсчета, где рождается мечта, и такая высота поет планета. Ла-га-да-рам-па-ра-па-па, ла-га-да-рам-па-ра-па-па, ла-га-да-рам-па-ра-па-па. Кстати, вот у этой песни интересная история, она зародилась в Ялте, а написана была окончательно в Подмосковье, как раз вот на одном из фестивалей, это был Пушкинский фестиваль, и вот в подмосковном городе Пушкино получилась такая солнечная песня. Гостиница. То есть по фестивалям вы едете? Это как бы следующий вопрос, который я хотел сказать. Расскажите географию фестиваля. На самом деле мы не очень часто ездим по фестивалям, как раз... Наоборот, мы занимаемся, в общем-то, музыкой с детства, с юности.
Но у нас раньше, вот, поскольку мы в разное время разъехались, и вообще у нас были свои разные группы. Там, большие были квартеты, там, квинтеты и так далее. А вот именно дуэтом мы стали выступать только после моего переезда в Москву, то есть относительно недавно, то есть получается года 2.5. И вот акустический формат, он открыл для нас новые какие-то площадки, и только вот после этого мы стали ездить по фестивалям. Мы познакомились с фестивалем Пушкинским, Пушкинский фестиваль ансамбли, да? Правильно? Пушкинский фестиваль, да. Мы познакомились во время... Пушкин это другое. Да, я сейчас скажу, почему оговорилась, сейчас скажу. Мы познакомились с Пушкинским фестивалем во время Грушинского фестиваля, который там был под Самарой. И сначала проходил фестиваль «Прелюдия» в городе Пушкин. Потом уже в Пушкино, потом уже в Пушкино, вот потом Адалунговский опять в Пушкино. Вот. Ну, в общем, короче говоря, по Подмосковью мы бывали вот в Пушкино, в Пушкино, в Серпухове, в Подольске. Но это именно в этом формате вдвоем. А так у нас группа, она такая рокерская и довольно жесткая, она другого немножко типа. Да, вот, а с рокерской группой там, ну, другая история. В принципе, вот еще с акустикой нам доводилось выступать. Я в свое время, когда училась в институте, много участвовала в российских студенческих звездах и ездила в Казань несколько раз, в Нальчик, в Тюмень, в Челябинск. Вот, как-то вот бывало. А Ваня, он со своим творчеством даже ездил на гастроли в Америку. Ну, вот с этим Соколом, да? Ну, с другим коллективом еще до... Да. Что-нибудь такое в акустическом формате роковое не покажете? Такое не роковое, давайте роковое. Понятие стиля, это такое сейчас размытое, так его называют. Дело не в стиле, а вот, скажем, из репертуара той команды. А, репертуар у нас всегда исключительно наш во всех командах, то есть мы всегда поем только свои авторские песни, поэтому, в общем, мы поем в разных группах. Ну, вы же и те же песни поете. Разные, да, разные аранжировки, иногда дети. Иногда кое-что одно и то же, да. Ну вот сейчас будет. Сейчас будет, да, из репертуара. Можно ее шорки, в принципе, можно. Давай это. Так, ну, такой дурацкий вопрос, я его всем, в общем-то, задаю. Кто из классиков какого жанра был для вас, так сказать, вот, ориентиром в вашем творчестве? У меня все очень просто. Я люблю Битлз,
до сих пор ничего не меняется. Люблю группу Creedence Clearwater Revival. Знаете такую? Creedence. Это из западного. Классический кантри. Вот. А, из наших я люблю Чиши Компания. Чиши Компания, Браво. Ну, в общем, весь рок наш 90-х. Ну, Ноль, что скажешь? Ты, а тебе что? Ну, дело в том, что у нас очень похожие музыкальные вкусы, как вы можете догадаться. Мы воспитывались вместе в одной семье, в общем, на одной музыке. У нас папа музыкант. И, собственно, в детстве нам привил любовь к музыке. И вот с таким жанром, солнечным, позитивным, как рок-н-ролл, блюз, кантри. Поэтому вот мы любим представителей из этого стиля. А из российских исполнителей нам вот нравятся музыканты, которые поют, так сказать, на злобу дня. И которые не боятся экспериментировать, как, например, вот Чиж. То есть у него музыка совершенно разных направлений. У него есть и классические блюз, и народные песни, и военные, и вообще какие хочешь. Ну тогда вот Ваня сейчас тоже исполнит песню из нашего такого рокерского репертуара. Открывайте окна, двери, это мое сердце бьется в твердь ваших бесподобных эгоизмов. Верить, знать, ждать, спешить. Только я хочу разорвать эту нить чужих, пустых, больных и бесполезных слов о том, как надо жить. Эй, там, открывайте окна, двери, это мое счастье бьется в твердь важных и логичных построений. Кто есть кто, что за что, но мой друг, давай перейдем эту топь чужих, пустых, больных, таких фальшивых фраз, что окружили нас. Ты ждешь меня, веришь в меня, ты знаешь, я здесь, это я, иду я к тебе. Верю в тебе, я знаю, ты песня льется в брешь ваших мягких душ, живых желаний расколоть этот каменный взгляд. И я не хочу больше ждать, смогу я просто быть. Я так хочу любить, мы все хотим любить. Здорово. Ну, когда я вот первый раз тебя увидел, ты была такая ковбойская шляпа. Да. Вот, и что же такое вот именно про кантри там было? У меня было три выступления, и я, в общем, решила, чтобы разнообразнее выглядеть. Один раз была в шляпе, другой раз без шляпы, а третий раз, в общем, сейчас какой-то шишки на голове. Вот так вот. Там было, да, там был тематический вечер, он был вечер юмора. Там на фестивале все три дня были разные темы. В один день были там лирические, в другой день вот вечер юмора был, потом вечер памяти. И вот под вечер юмора я подбирала такой кантри-репертуар. Ну, что-нибудь из этого? Что-нибудь из этого? Это заказ от меня. Ну, давайте.
«Кантри-кадри». Да, песня о дуванчике тоже написана на турбазе на берегу Волги в городе Саратове. Ля-ля-ля-ля. Пусть будет старое вновь, пусть будет новое, как старое, пусть будет все, как мы хотим. Когда станет мне 26, ну, может, больше, я стою за дубачиком, и подлетя именно одурвая, да больше, за деньги сорву. Пусть день за днем, за годом год не станет, время когда... И жизнь дается рассади. Пусть будет старое вновь, пусть будет новое, как все. Пусть будет все, как мы хотим. Здорово, очень так это. Оптимистично, духоподъемная песня. Да. Ну хорошо, давайте еще что-нибудь будем петь. В небе пастушка луна пасет облака. Мрачный ветер, как сказочный волк, уносит их прочь. Я опять сижу у окна и считаю огни этих вечных спутников тьмы, сопровождающих ночь. Может быть, ты сейчас где-то там тоже смотришь в окно. Ну а разум шепчет устало, что он хочет спать. Ты спокойно идешь и ложишься в пустую кровать. Может быть, так и есть, но, впрочем, откуда мне знать? Ты устала, наверное, верить в любовь и надежды терять.
мое место в сердце твоем застилает туман. И в моей душе о тебе запылились мечты. Прозвучал уже по любви церковный орган. А на небе все та же луна растерял овец. Мрачный ветер, как сказочный волк, унес их с собой. А я ложусь, как, быть может, и ты, на пустую кровать. Может быть, так и есть, но, впрочем, откуда мне знать? Совершенно вот только следовало говорить. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Так это как-то сегодня особенно быстро произошло. Я хотел бы вас по нашей традиции попросить что-нибудь пожелать нашим зрителям, прежде чем вы поете, так сказать, одну сегодня песню. Хочется пожелать всем-всем-всем всегда гармонии в душе, мира, и чтобы в любое время года в душе воцарило солнечное настроение и какой-то позитивный, бодрый такой дух для новых свершений. Это первая песня была, эти слова. Есть свой космос внутри, да. Я желаю оставаться самим собой, не прогибаться под мир, вот, не прогибаться под обстоятельства, как бы верить в себя и идти вперед. Ничего не бояться. Вот девица нашей сегодняшней программы «От нас был космос внутри». Вот хочется еще пожелать, чтобы все помнили, что вот самое главное, оно всегда здесь, это ваш космос. Он велик, он большой, не бойтесь им делиться, не бойтесь его дарить, потому что от этого он будет только больше и больше. А поем песню «До свидания». Растворюсь в витрине, чудесно светлая.
Thank you.